Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам вариант подачи горячего блюда на новогодний стол. Предлагаю вам рецепт форели в тесте. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, кому что больше нравится. И пишите любые комментарии под видео, это помогает каналу развиваться. Для приготовления нам понадобится 1 кг филе форели, 2 яйца, 1 столовая ложка имбиря, 200 г сливочного масла, 100 г клюквы, 300 г муки, половина чайной ложки мускатного ореха и соль по вашему вкусу. Начнем готовить. Тесто нам нужно будет песочное. Можно купить уже готовое, а можно замесить его самим. Для этого в муку выкладываем сливочное масло и рубим его ножом, солим, разбиваем в центр одно яйцо, замешиваем тесто, обернем его пленкой и уберем в холодильник на полчаса. Подготовим форель, проверим ее на наличие костей, если они есть, то удалим, снимем кожу с филе. И разрежем на 2 одинаковых куска. Это очень важно, это будет влиять на конечную форму готового блюда. Клюкву высыпаем в небольшую миску, добавим к ней мускатный орех, побольше соли, добавляем перец, натертый имбирь и размягченное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатаем чуть меньше половины теста, размером больше, чем кусок форели. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем филе. На него клюкву с маслом. Накрываем сверху вторым куском филе. Из оставшегося теста раскатываем пласт такого размера, чтобы им можно было накрыть форель и защипать края. Из обрезков теста делаем украшения. Смазываем сверху яйцом. Выпекаем в разогретой духовке около 40 минут. Подавать это блюдо нужно горячим. Если вам понравился это видеорецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита и хорошего новогоднего настроения!